Храм за один день предложили построить московские меценаты Симбирской Новоспасской епархии. Традиция восходит к давно минувшим векам. Жители населенного пункта собирались и вместе за одни сутки строили сруб, действующий обыденный, то есть денный, храм. Традиция была возрождена в этом десятилетии на деньги малого и среднего бизнеса. Эта традиция тоже забыта была 400 лет назад. И по благословению святейшего патриарха Алексия II мы ее начали возрождать. Меценаты предложили Ульяновской области проекты храмов от 2 до 7 миллионов рублей. Половину денег дают они, половину собирает сама епархия. Предложение вызвало бурное обсуждение в среде священнослужителей. Тем не менее, в том, что обыденные храмы региона нужны, уверены они все. Место расположения первого предложил владыка Анастасий. Быть эту идею реализовать, это недалеко от Сумского, 30 километров, по-моему, Почему бы на этом месте как раз и не построить вот такой небольшой храм-памятник в честь святителей Ермогена, потому что это было время как раз все равно патриарха Всероссийского Ермогена. И память о том великом походе, который совершил Иван Васильевич, это было действительно по предвзятиям Казани. Здесь молился, а Казань потом была взята с Божьего благословения. Всего на территории России силами меценатов уже было построено почти два десятка обыденных храмов. В работах принимали участие известные актеры и телеведущие, к примеру, Андрей Малахов. Но одним из самых активных сторонников проекта является телеведущий Борис Корчевников. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.